последний школьный влог, и мне даже не верится, что вот эту неделю последнюю я учусь с этим классом. В следующем году уже экзамены, переформирование, и просто шок. Поэтому эти 5 дней будет влог. Сейчас у меня алгебра, и потом я уже буду собираться в школу. Кстати, в пятницу я вообще планировала не идти, но так все изменилось, что я решила ходить. Наверное, я буду ходить всю неделю, я пока что не знаю. И в пятницу все-таки последний день, поэтому я думаю, что надо пойти. Я думала, что я продержусь день без кофе, потому что я вчера легла в час и проснулась, ровно по будильнику в 8:00. Это вообще просто взрыв мозга. Но если я сейчас не выпью кофе, я просто усну. У меня есть проблема. У меня, короче, учебники по физике цветочки засушены. Я не знаю, куда мне их деть. Во-первых, я не знаю, как мне их теперь найти тут, потому что они... нашла. Короче, смотрите. Моё любимое. Цветочки. Такой вот колокольчик. Очень красивый цветочек. Вот такой вот. Вот такой вот. У меня рука в ручке. Вот такой фиолетовый. Вот единственная польза, которую мне принесла физика, это засушить мне цветочки. Смотрите, вот такой вот колокольчик. То есть они немножко разные. Вот этот более такой розовый, этот фиолетенький. Далее, очень красивый такой вот белый. Такой вот. Это прям прикольно выглядит. Сейчас покажу. Вот. Мне очень нравится, короче, вот этот цветочек. Он прям такой интересный. И беленький, прикольный. У меня еще такой блокнотик. Я делаю всякие развороты. Ну, допустим, вот. И в этом блокнотике всякие памятные вещи. Вот такой цветочек. Этого тоже мы ездили на Розу Хутор. Я, по-моему, оттуда привезла. Кстати, насчет ежедневника. Я скоро буду снимать видео. И там будет часть с распаковкой вещей. Я на ВБ нашла очень классный ежедневник. И хочу его тоже как-то прикольно оформить, потому что вот это такое, знаете, тут больше просто планы. Я хочу красиво. Мне, вот смотрите, какой у меня есть разворот прикольный с Мартом. В школу. Мне еще сегодня сдавать все учебники. Прикол в том, что я, когда сдавала в пятницу учебники, я их донесла до класса, но там нужно по списку все раскладывать по коробкам. Я их просто оставила, я положила записку с моей фамилией в пакет, чтобы его никто не забрал. Вот. Но я оставила этот пакет. Я бы могла понести в этом же пакете оставшиеся учебники. Я его просто там кинула и ушла. Я надеюсь, что его никто не украл, потому что эту записку можно вынуть и просто унести все учебники. Но я бы не успела, мне надо было бы оставаться после уроков, раскладывать эти учебники, просить список. А я не хочу. Фактически я отнесла их. Если бы кому-то надо, они бы могли их сами разложить. Я все-таки пожаловалась на то, что я очень хотела быть в юбке, но из-за того, что я купила себе рубашку 64 размера, мою юбку просто под ней не видно. И не знаю, как мне быть. Я бы вообще надела свитер. Я его так и не надевала. И с учетом того, что последняя неделя, как бы, какая форма? Но я в свитере запарюсь. У меня есть... У меня с 22 года лежит вот этот свитер, который я просто никуда не надевала. Я надела его пару раз. В 22 году. Прошло 2 года.
А еще у меня есть вот эта вот бабушкина штука. И у меня многие спрашивали, где я купила. Были очень красивые фотки на закате, на рельсах. Там вообще красота. И у меня был такой аутфит, знаете, из рода Goblin Core. И вообще, это классная штука. Я ее летом ношу. И прикол в том, что, наверное, ее сейчас уже нигде не купишь. Поэтому я вам не посоветую, где ее можно купить. А еще у меня есть вот такой вот просто белый джемпер, свитшот, свитер. Но я бы его с удовольствием носила. Дело в том, что он настолько синтетический, что я его когда надеваю, электризуется и прилипает просто к телу. И это максимально некомфортно, некрасиво и очень странно. Ты потом его снимаешь, и тебя током бьет. У меня, короче, две вот такие юбки есть. Вот. И я очень хочу в них пофоткаться. Но вот эта, она прозрачная. Она тупо прозрачная. Я не знаю, как не фоткаться. Как не вообще выходить, если она прозрачная. А вот эта вот прям хорошая. У нее еще очень приятная ткань. Пока мама занималась, я украла с двери свою рубашку. Оказывается, мне ее уже погладили. Сейчас мы будем мерить юбку и смотреть, как это смотрится. Итак, шедевр мирового искусства. Во-первых, у меня все пуговицы застегнуты. Вот эту нижнюю тоже застегну. И в целом... Юбку-то видно. У меня единственный вопрос еще, какой галстук сюда. Ну, типа, я не знаю, это не выглядит так, как будто я голая пришла. У меня есть два галстука. Черный и по форме. По форме я не хочу, потому что... Так, секунду. Вот если по форме. А вот если черный. В черном галстуке я не ходила мега давно, и мне кажется, что пришло время. И, конечно, с черной юбкой больше черный смотрится. Вообще, типа, очень классно смотрится черная юбка, черный галстук, и у меня плюсом черный рюкзак. И вообще полное комбо. Я должна за 5 минут успеть накрутить челку. Собрать рюкзак. Я забыла собрать рюкзак. Я, кстати, очень жду, когда мне придут мои небесно-голубые кроссовки, но в школу я в них, наверное, не пойду, потому что я хотела снять распаковку. Распаковку я буду снимать в субботу. Плюсом, вообще, мне эти конверсы еще не доехали. Они очень красивые. Вот. И сейчас думаю над тем, чтобы на следующей неделе тоже снять влог. Пока не знаю. У меня вообще очень много планов на следующую неделю. Я пока болтала, я поняла, что я опаздываю. Поэтому волосы еще не в пролете. Ой. Я была. Я не проходила прошлый год. А завтра ты поставишь звук. Если он упадет, то он разобьется. Мы возрождаем тренд. Девочка с камерой прошла ресницы. Я подскажу, он начинает меня снимать. Единственное. Все, давай, все, давай. Да я тебя вырежу. Это влог «Последняя неделя в средней школе». Это последняя неделя в восьмиклассница. Блин, легендарно. Я пришла в стриптиз. Его тут нет. А где Вика? Давай во вторую. Подписывайтесь на этот чудесный каналчик. Она лучшая. Во вторую. Ты гадина, ты меня не любишь. Ты меня заблудила. Лучка лайв. Чунга, чунга. Ладно, двигаемся. Сними. Я бы не так смотрела. Это для Улюлю.
Ну что-то ты увидела, я буду кусочки выбирать. Только мне их отправлять. Ладно. Я занята. Смотрите, там у нас на заднем плане вот это какой-то пупырки, цветочек, глобус. Дамы с пряниками. Вот, кстати, эти цветочки. Это белые, а это колокольчики. Вот. А вот там фиолетовые цветные. Короче, я дома. Сейчас я быстренько переоденусь, положу покушать и пойду на улицу, потому что там очень тепло, хорошо. Вот. Я уже накрасилась, и я вчера обещала, вроде, или нет, или я вырезала этот момент. Короче, хочу вам показать мои украшения. Начать с браслета. Я очень люблю вот такие вот браслеты. У меня их, я не знаю, сколько. Конкретно вот этот, который я ношу просто на постоянной основе. Я его покупала в Сочи в этом году. Там был ларёчек с вот такими всякими штучками. Если мы туда поедем снова в этом году, то я обязательно куплю там еще что-нибудь, потому что там реально очень красивые браслеты. Вот. И у него еще застежка. Вот такая застежка, которую ее можно застегивать одному легко и снимать. Это очень-очень удобно. У меня есть такой же похожий браслет, только я не знаю, сколько ему лет, мне его дарила... Господи, короче, мне его дарили. И у него тоже такая застежка. По-моему, он вообще не из России даже. Вот, но он голубой. Это такой серенький. Кольца. Мое самое любимое кольцо — это... Такая такса. Мне его подарила мама. Я его ношу каждый день. И дальше у меня идет набор. Вот такое колечко. Вот такое. И вот такое. Дальше сережки. Я куда-то положила свою кафу. И мне ее надо найти. Вот эти сережки мне дарила мама на Новый год. Одни из любимых. Я ношу либо их, либо вот такие вот мини-колечки. Но это тоже, я очень люблю сережки и колечки. Вот, также можно вот эти украшения снять и носить просто как маленькие-маленькие колечки. Какая-то тут.
лучше. У нас на улице пахнет очень вкусно уже летом. Пахнет летом, реально шок. Я нашла селфи-палку. Обзор на комнату. Я, кстати, хотела снять рум-тур. Обзор на крысу. Мамочки, это что, крыса? Насчет школы сегодня вообще не знаю, зачем я иду. Наверное, просто, типа, чтобы не было пропуска, потому что у нас сегодня нет никаких важных уроков для меня. Но у нас есть алгебра и геометрия, по которой я не хочу портить свою четверку. Вот, я, наверное, уйду как раз-таки после четвертого урока. Все хорошо, правда, все хорошо. Все прекрасно. Все хорошо. Почему ты меня криво снимаешь? Идите на вторую или к нам под спасибо всем, ребята, за участие. Надежда. Может быть, придем в следующем году. Я не знакомлюсь. Я не знакомлюсь. Максимально что-то странное. Мы пришли на первый урок, отсидели, наверное, половину от этого урока и услышали сирену. А, вот. Какая-то угроза. Мы 20 минут стояли. Все просто были на дикой панике, хотя, скорее всего, это была учебная сирена. Вот. Потом все вместе пошли в актовый зал, и у нас был... Я не знаю, как это называется, ну, типа тренинга. Нам рассказывали про выбор профессий, что нам нужно делать. Короче, это был навигатор профессий, не помню, как называется. Вот, нам рассказывали, как выбирать профессии, как выбирать, куда поступать. Вот. Но сначала мы очень долго ждали, пока это мероприятие начнется. Наверное, минут 30 сидели. И минут 40 оно еще длилось. В общем, сейчас 3 часа. Я в школе была 2 часа и ушла. Сейчас иду на Wildberries, получу наконец свои посылочки и буду отдыхать, потому что просто максимально что-то много новостей. А еще я сдала свой проект сегодня по истории. На этом я бы закончила. Единственное, что я хочу вам напомнить про существование моего телеграм-канала. И совсем скоро я выложу уже вторую часть. Ну, или не вторую часть, просто новый влог. Потому что неделя не закончилась. Изначально я планировала ведь снять мою неделю школьную. Вот. Но видео вышло уже на 20 минут. Поэтому, чтобы сильно не нагружать просто, я немножко его поделила. И совсем скоро будет... еще подобное видео. И обязательно загляните в телеграм-канал. Всем пока!